Ты заливной стал, да? Честность, не любовь, даже не семья. Что, загипнотизировал? Верность и все. Это очень интересный момент, поэтому я его прям стал в начале. Да, да. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Эй! Эй! Эй, я приветствую! Эй! Фу, с этой кошкой я не знаю. Сейчас надо будет разобраться. Надо разобраться с этой кошкой для того, чтобы туда попасть. Блин, целая задача, я тебе честно скажу, потому что... Фух, потому что... Что я делаю? Блин! Я не знаю, где находится эта кошка. Управление, может? Че я сюда лезу, я ее все равно не найду сейчас, эту кошку. Так, хорошо, ладно. Кошка. Так. Ладно, я посмотрел. Время, в принципе, есть. У меня еще. Поэтому подписывайся на канал, поддерживай лайком. Для меня это очень важно. И для тебя. Так. Блин, это как целое, знаешь, вот это вот. Как туда попасть? Это же вершина. Как туда попасть? И ты вот думаешь в процессе, как туда попасть. Уже мы ночью начали, уже утро, да? То есть, и мы не можем понять, где эта кошка. Я перчатки искал, перчатки найти не мог. Теперь ищу кошку. Блин, честно, я не могу понять, почему игра раньше подсказывала, какую кнопку нажимать. Сейчас она просто мне показывает кошка. Как мне туда попасть наверх-то? Так, ладно, я рассчитываю, что не блокада залива Кита. Окей, мы должны здесь сделать блокаду. Ну хорошо, давай мы, ну, мы это сделаем. Давай мы с тобой это сделаем сейчас. Яровизион. Какой-то телевизор ваш. Ну, игровой какой-то тут. Блин, так, хорошо, ладно. Окей. Ты заливной стал, да? А чё это? А как тебя взять? Или я тебя взял? Подожди. Или я её... Ой, это надо всё изучать тут. Ладно, давай посмотрим вообще, какая кнопка кидает кошку, блин. А как подняться мне на маяк? Граду, все круто, замечательно, но почему ты не подсказываешь, как мне подняться на маяк? Я ж кошку не смогу так закинуть туда, это ж вот он кидает, да? Он же не сможет туда ее закинуть, надо как-то поближе подойти. Почему оно светится тогда, кошка? Как будто бы... Блин, я не могу понять. Подожди, ладно, надо... Это просто загадка, которую нужно разгадать. Так, вот это что? Топорик. Подожди. А, во, все, окей, ладно. Окей, ты все-таки сможешь докинуть ее. Окей, хорошо. Все, я спокоен. Как мне подняться теперь? Так, окей, вот так. У меня башка еще болит, я не знаю. Так, башка. Так, башка это... Да. Сейчас пройдет. Использую камеру, чтобы понять, какая на кораблях защита. Так. Не зная Броду... Будь Лита с нами, она бы улыбалась. И была бы на полпути к кораблям. Если бы Лита была здесь, я бы ей вломил за то, что она нас не познакомила. Удачи, Хулио. Ну? Да топи их уже! Мы же здесь за этим. Зачистите и захватите корабли. А, так просто не топятся? Так, что нужно сделать? Нужно перебить солдат на обоих кораблях, чтобы повстанцы могли сбежать. Так. Нужно перебить солдат на обоих кораблях. Да просто топи их и все. Ладно, давай. Да, гениальный план просто. С
смысле, я в запретной зоне? Я что-то не так сделал? Вы в запретной... Стой, подожди, насколько это запретная зона, то есть... Подожди, мне надо понять, она... Это зона... Запретная в плане, что сейчас миссия завершится, или... Подожди, а может там оружие было? Что я сделал? Подожди, я прям напрямую хочу, да? Я вот таким образом решил уничтожить корабль только что. Гениальный план. Дэнни. Ты не мог просто выстрелить Лара, там, а? Я на борту. Отлично, Дани. Ладно, я все правильно делаю, окей. И не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. Хорошо, что у меня есть тихенькая такая пушка. Засекла! Засекла так засекла. Что я могу поделать? Чего ты там? Не поднимай тревогу, не надо. Ну вот, началось. Всему экипажу, блин, моряки пошли. Так, ребята. Не ребята. Давай, тут работы всем хватит, плана. А котята. Давай, Хулио. Рася, срайся. Парни! Хорошо. Вы тут... Эффектное появление, Хуан. Что тут происходит? Посижу тут. Окей. Тут хаешку закинь. Что вы мне закинули? Прикрой меня! Что-то раньше ХП как-то возобновлялось, сейчас она что-то не возобновляется почему-то. Скорее наоборот. Почему? А, нет, возобновляется, но медленно. Так, что мне вообще тут надо? Надо все зачищать. Меня главное береги. Один есть. Так, ну, с вертуханом разобраться будет сложнее. Блин. Как бы мне подобрать что-нибудь?
Так, у меня уже все в крови тут, блин. Блин, надо РПГ. Так, надо новые пушки. Это все, короче... Это все, короче, будет фигня. Страшно ли ты сейчас не с нами, Дани? Твоя меткость ужаснула бы ее. Иди к черту, Дани. Так, ну, вертолет. Союзник, помогай. Блин, ну это ж так. Так это, конечно, не делал, надо, да, РПГ с собой. Так, зачистите, захватите корабли. Так, ладно, сбираем вертухан, чтобы не мешал. Так, пушку поменял. Так, боеприпас кончился. Ну, понятное дело, да. Он и тут кончился. Где кончился? А где я пополнялся? Я его все взял, нету теперь туда. Это что? Ага. Все, отлично. Окей, ну где мне теперь взять патроны? Немного занят, Клара. Не сдавайся, мы скоро добьем их. Враг на воде. Так. Враг на воде, враг под водой. Так, я не особо ушибусь, если... Ошибусь. Так, ладно. Ты будешь прыгать? Куда? Дэнни. Давай, Дэнни, я разрешаю. Так. Дэнни, а как ты так утонул, что, блин? А, это... Может, мне не надо на этот корабль, он сейчас потонет, может? Так, ладно, с РПГ они не тонут, я так понял, это мощный корабль, окей, хорошо. Так, окей, я иду на этот корабль полностью без патрон, да? Как я буду оправдываться? Я буду говорить, что это стиль игры такой, да? Когда я ничего не изучил, не знаю, как мне взять пушки. Патрульные суда в пути! Держитесь! Это уже первый Far Cry, например. Когда корабли появляются, это уже первый Far Cry. Эта игра отличная. Разрабы правильно сделали, что самое... Нужна позиция получше! Так. Я понимаю. Блин! Так. А чё он там? Завис, как будто интернет показ. Ты ж боты. Так. Угу. Готово. Подожди, я его не могу. Так, ну я этими не смогу, наверное, да? Пластмассовыми. Броня у него, конечно. Так, ну-ка. Да блин. Что бы мне взять-то? Так, мне бы... Так,
Хорошо, что я выбрал, ну, такой уровень сложности, потому что надо научиться играть в эту игру, а потом уже здесь пытаться что-то показывать. Так. Где патроны? Так, ладно, все, иди сюда. Что-то эта перестрелка меня совсем утомила. Все? Так, ну все. Все, забирай меня отсюда. Я сделал все возможное. Все горит, все пропало. Задача выполнена. Клара, дело сделано. Пора валить отсюда. Без тебя мы бы не справились, Дани. Еще не все. Я задержусь, чтобы заложить взрывчатку и убедиться, что кораблям каюк. Маякни, когда закончишь. Ну ты что, меня не заберешь, что ли? А, отлично. Забирай меня тут-то. Где ты, Клара? Тут еще так, знаешь, смотрю. Вон она. Не, ну, это специально игру сделано, чтобы, ну... Типа это прикол такой, да? Это ж не прикол. Два корабля зачистили. Так. Радует, что это были фашисты. Все, окей. Мы их уничтожили, они нахер нам не нужны. Ты меня будешь забирать? А, да лодки, блядь. Я, сука, на вертолет смотрю. А где лодка-то? А, вот и Клар. Ай, ё-моё, вот он, лодка. Давай. Окей, я думал, мне сейчас водой нафиг разрежет. Слава Либертад, Дани. Операция завершена. Либертад победит. Ну и фейерверк. Вынужден признать, Клара, что у тебя получилось. Только не у меня, а у нас, Дани. Чем ты хочешь заняться в Америке? Мы с моим другом Олеха думали работать там, куда возьмут, пока не сможем открыть свой автосервис. За время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок. И все? Что ж, Янки разрешат тебе парковать машины и собирать фрукты, но одним из них тебе не стать. Американская мечта для людей посветлее. Раз мы засираем чужие мечты, что ты сделаешь, если победишь, президент Гарсия? Следующий президент протянет полгода, потом его убьют. В смысле? Это так. Разве свободные выборы не решат эту проблему? Как же твой список? Послушай, Дани, я не так наивна, как ты думаешь. Эта революция освободит Яру, но не исправит. Когда мы захватим столицу, Яра вспыхнет. Все возможно. Гражданская война, перевороты, военная хунта. Яранцы еще долго будут убивать друг друга. Ага. На мой век борьбы точно хватит. Мы ходим по кругу. Тирания, революция, опять тирания.
Я хочу найти для нас выход. Значит, это не просто мечта. Это судьба. С чего ты так решил? Кто сам это выберет? Дани. Каждый, кто идет за мной, кто вступает в Либертат, делает этот выбор сам. Но если честно, я прямо вижу, как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете. Отвали. Нет-нет, там такая милая униформа, переднички, таблички с именами. Тебе бы пошло. Пожалуйста, фантазируй молча, Клара. Так, ну в монтаже этот диалог, думаю, пойму. Я просмотрю, что она там сказала. Что-то какие-то вещи интересные. Мои любимые повстанцы. Давно меня не было. Устроим праздник. Мне так жаль, Хэфэ. В чем дело? Хулио не явился. Он же Хулио, бля. А этот-то кто? Я все забываю. Кто вот этот? Иди сюда. Либертат перебьют всех истинных иранцев. Так, взяли, так, это Хулио 2, да? Криминалис! Я, значит, все перепутал. Будто. Взяли в плен. Михо, порой отличить истинного иранца от лже-иранца может быть трудно. Но, возможно, истинный иранец знает, что выжить поможет лишь верность стране. Не честность, не любовь. Даже не семья, лишь верность идеалу, который выше его самого. Кома мерда. Уже иранцы изгои по натуре. Они эгоистичны. Еще нет. Беспокойны, лживы, как дикие псы. Но их можно обучить, заставить послужить раю. А тех, кто упорно сопротивляется, как, например, Хулио, как Лара Гарсия, как Либертат. Их нужно усыпить. Папа, я все понял. Ну, усыпи, Хулио. По-моему, отцу сейчас конец. На пути к раю много трудностей, Михо. Нет, я так знаю, быстро не может это быть. Ты доведешь наше дело до конца. И тогда все. Это очень интересный момент, поэтому я его прям ставлю в начале. Я иду, Лита. Еще ничего не понял. Я же говорю, что он может понять-то? Значит, смотри дальше. Блин, охренеть, да? Ой, бля, что показывают-то? Ну уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Мы нашли Хулио. По-всякому бывает. Они слиты оба на том свете. Я держу слово, Дани. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок дерьма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везет. Часто срабатывает. Когда как. Архипелаг замок. Так, ну что, ладно. Прошлая серия была затянута. Это будет покороче. Думаю, ничего страшного. Я не могу же останавливаться, да, на задании? Я могу остановиться. Так, у нас что, еще один остров открылся? Стоп, на сколько серий вообще вся эта игра?
я? Все показал. Мне кажется, это такая здоровая карта. Блин, но игра сколько весит? Игра-то до хрена-то весит. Если, блин, Far Cry 3, насколько там, на 10-13 гигов была большая довольно карта, то здесь 45, это не... И сколько там, 60 она. Так. Повстанец, поговори со мной, Дани, и вступай в Либертад. Вместе мы сможем свергнуть Кастилью. Я не знаю, я могу прерваться на этом задании или нет? А давай дойдем до туда. Надо дойти, да. Игра. Я так и не разобрался, как мне тут сохраняться. Загрузить. Почему нет? Тут значок, да, автосохранение. Блин. Офигенный офис, Хуан. Бам-бам-чао. Чего? Как поговорить-то? С кем поговорить? С тем, кого нет? Только забавных способов убить Сальдадос. Ладно, за дело. Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Тащи мне обедненный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове, зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь, выше ранг, больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя, мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И еще совет, как повстанец повстанцу. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Ты вернешься. Все возвращаются. Блять, не слушайте его вообще никогда. Блять. Какую херню, ересь ты сказал, блять, ублюдок. Сука. Про себя лучше бы так говорил. А не мне это. Чё я делаю? Что это такое? Купить оружие. Купил. Ладно, окей. Так. Почитаем. Кому надо, все мы почитаем эти записки, которые я нажал. Так, а кому не надо, те не забивайте голову. Так, окей. Это не работает. Нужно поговорить с ней. Окей. А у нас вариантов-то нету, я так понял. Вернешься на Сантуарио, поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? Так, отлично. Вот это вот мне нравится, когда на карте что-то показывают. Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и баз FND. Но важнее всего окружить Эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесте не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Маккей Индастрис. Конвои с отравой Кастильо в этом регионе обороняет адмирал Бенитес. Но с помощью легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре.
Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валье де Оро. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которой управляет министр культуры Мария Маркесса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду. Максимас Матансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертат. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Филип Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертат против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить... Что она рассказала, это надо детально разбирать. Просто помогай им. Всем, чем сможешь. Мне такое чувство, что я на лекции в институте сидел сейчас. Лекция истории какой-то. Так. Попробуй это переварить. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой канители. Либертат возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава Либертат, Хефа. Да, да. Сильнейший воин Клары, это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Клару выдает манера речи, она ведь из богатой семьи, семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну, а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си. А ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Я хочу Яру? Убить тебя. Еще. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец, а для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущей ноздри, это... Что ты мне втираешь? Весело. Поначалу он мне показался офигенным мужиком. Не бойся, я никому не скажу. А, ну нормальный мужик, значит. Я не знаю, что за херня, блин. Эта игра позволит ощутить вообще все. Особенно с моим переломным моментом в жизни. Операция совершена! Наконец-то! Наконец-то мы заканчиваем это видео. Что, мы не заканчиваем это видео? Я просто хотел там это, ну, пойти покушать что-нибудь сегодня. Я сегодня только одну морковку съел. Так, ладно. Всем доступен дополнительный контент. Теперь вам доступен весь дополнительный получить. Спасибо. Окей, я надеюсь, что игра просто здесь сохранилась. И все отлично. Поэтому подписывайся на канал, если здесь впервые. Ставь лайки, комментируй, репостни. Увидимся в следующей части видео. Поддержи лайком. Обязательно. Двойным, тройным, там, четвертым, я не знаю. Спасибо тебе.